Друзья, и снова здравствуйте. Сегодня мы вам покажем устройство теплого пола в наших мобильных домиках. Устройство пола представляет из себя, укладывается фольгоизолон на мягкой основе на влагостойкую USB. Дальше идет кабельный теплый пол. Не инфракрасник, а именно кабельный, на который можно что-то поставить, и он будет выдерживать нагрузки и не будет пережимать никакие контакты. Дальше идет на сам теплый пол укладка пленки. Пленка вся прошивается полностью по периметру для того, чтобы у вас туда не попадала влага. Ну и дальше уже стелится кварц-винил либо ламинат, в зависимости от потребностей от ваших. Соответственно, полностью по всей площадке укладывается теплый пол и выводится терморегулятор для вашего удобства. Все, всем пока!